Подержите, подержите, друзья! Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в Одесский цирк. У нас сегодня заруба номер 5. Единственный поединок с участием девушек. Очаровательные бойцы в категории до 52 килограммов. Анастасия Светковская в синем углу и в красном. Представительница Азербайджана Улки Рабаззаде по прозвищу Дракон. Сложно сейчас сказать, почему именно такое прозвище. Миниатюрная Улкер сегодня очень хочет победить в Одессе. Для нее этот поединок, как и для Светковской, на профессиональном октагоне ММА первый, дебютный. Ну и смотрите, девочки особо решили на будущее ничего не оставлять. Сразу буквально пытаются атаковать руками. Анастасия Светковская из Киева, 23 года. Улки Рабаззаде, 22 года. Она представляет Азербайджан, как я уже сказал. Анастасия — чемпионка мира Европы по ММА. Я думаю, что это все, что можно, все, что нужно вам знать об этой девушке. Она, конечно же, является фавориткой боя. Не только из-за того, что проводит его на украинской земле, ну и, конечно же, по достижениям. Поскольку Улкер Абаззаде, она чемпионка Азербайджана по К1 и чемпионка Азербайджана по тайландскому боксу. То есть, в принципе, можно ждать хороших ударов от азербайджанской девушки. Ну и Светковская может все. Она может и бороться хорошо, ну и, конечно же, ударная техника у нее на хорошем уровне. Смотрите, какие серии проходят, но все мимо цели. Все вроде бы как теоретически правильно сделано, но пока Дракон из Азербайджана, как она себя называет, как ее называют в Азербайджане, одержит. Удар не подпускает Светковскую к себе близко. Разница в 5 сантиметров роста, думаю, не особо здесь что-то решает, но размах рук, длина рук, я думаю, что все-таки значительно побольше украинки. Ходят в разведку, да, девчонки сейчас. И, конечно же, они хотят показать зрелищные бои. Я думаю, что как для дебютного боя, который на всю жизнь запомнится на профессиональном уровне, профессиональном ММА. Ну и, естественно, видеозаписи разорвут Инстаграм, помните? Ну вот и Светковская понимает это, попадает она в живот. Посмотрим сейчас на азербайджанку, что происходит. Она просто убегает от соперницы, получает голову ногой. Ну и все, друзья. Ну и в первом раунде заканчивается этот поединок техническим нокаутом. Останавливает Александр Лунга из Киева этот бой. Побеждает Анастасия Светковская, с чем ее и поздравляем. Остановка рефери на 2 минуте 37 секунде. В первом раунде техническим нокаутом одержала победу боец в синем углу Анастасия Светковская. Скажи, пожалуйста, поделись впечатлениями, как ожидаемо ли прошел бой. Я смотрел, ты была настроена идти вперед, у тебя была очень агрессивная тактика. Сработал ли план, ожидала ли ты от соперника вот такое быстрое решение. Ты показала очень зрелищный бой. Как тебе ощущения после дебюта и наша публика одесская? Насправді, десь близько, більше 2 років я хотіла сказати... 1-0! Нарешті. Хотілося б попрацювати трішки більше і в стійці. Все ж таки хотілося дійти до партеру і боротьби у сітки. Хотілося всього, але, ну, може, не треба було так сильно бити. Дошли б трошки далі. Це дебют. Я думаю, ми справилися з моєю командою на всі 100. Дякую великій нашій команді B1 Promotion, тому що в той час, коли мені багато хто говорив красиві слова, давали обіцянки, B1 Promotion дали мені шанс, ми його використали, і я доведу, що вони не даремно поставили на мене, зробили ставку. У мене все, дякую!